оборудование, которое находится у нас, оно позволяет выполнять заказы любой сложности. Вот, поэтому нашими заказчиками являются как предприятия, как вы сказали, начиная от лесной промышленности и заканчивая химической, и вплоть до оборонной промышленности можно решать эти вопросы. В рублевом эквиваленте это приблизительно реализация нестабильна в зависимости от структуры заказов, поэтому в год это приблизительно где-то 100 миллионов рублей. Пример малого предприятия, когда люди занимались торговлей, сформировали определенный капитал и, понимая, что особых перспектив развития в торговле нет, начали искать варианты самореализации в производственном бизнесе. На самом деле это очень непростой бизнес, и они, не скрывая, об этом говорят, но это пример для очень многих череповчан. То, что нужно заниматься производством добавленной стоимости, за этим будущее. Я понимаю, что эти шаги болезненные, сложные. Агентство городского развития, инвестиционное агентство готово помогать. У нас есть очень интересная программа совместно с финнами по машиностроению, дающая возможность получить качественное образование, при необходимости определенные навыки, в том числе навыки построения бизнеса. Мы готовы помогать.